Когда ребенок просит вас что-то купить в детском мире, ни в коем случае не покупайте. Просто эту сумму отдайте ему. И скажите, сам покупай. И плюс к этому усугубите ситуацию и скажите ему, а ты знаешь, вот ты сейчас хочешь вот эту машинку купить, а помнишь, ты мечтала о таких-то модных ботиночках? Они стоят столько же. Вот это и есть уже пошло воспитание. Воспитание действием, воспитание его личными деньгами. У него уже в руках есть тренажер –